Лилия Измайлова, студентка первого курса экономического факультета КубГАУ, любит поэзию. На конкурсе представила зрителям одно из своих любимых стихотворений неизвестного автора «Мама». И не сидела к нам прямо, готовя в душе за вопросом вопрос. Мне ведь уже не 16, мама. Пойми и взгляни на меня всерьез. Прошу тебя, выброси из сердца грусть. И пусть тревога тебя не точит. Не бойся, родная, я скоро вернусь. Спи, мама, спи крепко. Спокойной ночи. Я люблю читать стихи, я вообще люблю читать, и литературу тоже люблю. Но в таких вот мероприятиях я очень редко участвую. Семь участников прочитали произведения собственного сочинения. Желающих выступить было немало. Читали стихотворения современников и классиков. И гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на привод зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Конкурс «Свободный микрофон» проходил в Анапе каждый месяц в течение года. Менялась только тематика читаемых произведений и место. Ореховая роща, театральная площадь. Вокруг чтецов всегда собирались увлеченные слушатели. Победители конкурса «Лучшие чтецы» представят наш город на краевом конкурсе «Свободный микрофон» в Краснодаре.